Какой дорожный просвет указывают производители? А какой он на самом деле? Стельмах Правто решил проверить это очень простым дедовским методом. И был удивлен. В оправдание производителей можно сказать, что плюс-минус 1 сантиметр может получиться за счет того, что колеса проваливаются в снег. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу на Радио Вести.